И как организаторы встречи мы очень рады, что эта встреча действительно состоялась. И мы с вами, регенты, певчие, существуем как бы в своем мире, каждый в своем мире. У каждого есть свой храм, свой приход, свой хор, у многих есть своя школа, кто-то такие традиции соблюдает, кто-то такие традиции. Но мне кажется, что пришло время этими традициями друг с другом делиться. Мы имеем опыт работы с хором. Мы имеем опыт обучения детей клиросному пению. У кого-то есть хорошие воскресные школы, хорошие детские хоры. У кого-то есть опыт работы с большими хорами, у кого-то наоборот с малыми хорами. У кого-то есть совершенно замечательный, уникальный опыт обучения взрослых клиросному пению и даже регенству. У кого-то есть опыт обучения людей без музыкального образования, клиросному пению, уставу. Это все очень важно и ценно. Мне кажется, нам казалось всем вместе, всем организаторам, что пришло время этим опытом обмениваться. Мы, к сожалению, никак не связаны ни методическими пособиями, а они есть. Но мы о них не знаем. То есть кто-то знает, кто-то не знает. Но есть совершенно замечательные вещи, наработанные годами плодотворной работы. Мне выпала большая честь не только быть первым организатором мастер-класса, но и на самом первом таком собрании, которому я, так сказать, сейчас уже вижу, придется отнестись достаточно серьезно. Поэтому попробую, сколько мне получится, задать тон и стиль вот нашим таким встречам. Ну, то есть не обязательно, мастер-класс, да? Это обязательно обратная связь. Это я вам что-то говорю, я вам что-то показываю, мне чем-то отвечаете, что-то спрашиваете, с чем-то спорите. Согласны? Вот. Тем бесконечное количество. Тем, которые можно было начать охватить. Но поскольку мне уже, так сказать, предложили, вот, чтобы я с вами поработал по некоему одному листочку, я изберу тему. Выбрал тему, которую, в общем, знает, насколько она важна, насколько она ответственна, знает любой практикующий регент, любой, в том числе те уважаемые, горячо любимые мной, мои коллеги по этому президиуму, вот, которые, так сказать, тоже знают, что такое работа, клиросная работа регента, хормейстера, педагога. Речь пойдет сейчас у меня с вами вот о чем. Основные принципы, это в основном, конечно, адресация темы для регента, для хормейстера. Основные принципы репетиционной работы над произведением. Вот когда-то, я помню, лет 20 назад у меня были радиовстречи в прямом эфире, где мы вдвоем с одним тоже очень уважаемым нашим советом регентом Владимиром Кирилловичем Кабальджи в прямом эфире развлекали публику и так далее. И вот, когда зашла речь о работе хормейстера, регента над разучиванием произведения, я так достаточно смело употребил один термин, который его немножко шокировал. Термин ассенизация. Вот, на что там, как можно сравнивать работу высокую, так сказать, с музами, так сказать, ассенизатор – это не тот человек, который любит копаться в чем-то, а который грязно умеет делать чисто. Очень часто можно видеть, как регент говорит, ну давайте попробуем, споем новое произведение, да, вот начинаем петь новое произведение, бум, развалились. Так, давайте еще раз попробуем, бум, развалились. И так далее, несколько раз так лбом об стенку, раз, другой, три, нет, это не наша вещь, все. А вот более опытный регент, он может понять, услышать и оценить, из-за чего произошел развал. Он может выявить
тип трудности. Это на самом деле, что такое трудно? Ну, ошибка. Ошибка – это, так сказать, когда певец не смог преодолеть какую-то трудность. Понимаете? Труд. Вот трудность. И поэтому он спел не то, что надо. Согласны? А трудности, просто трудностей не бывает. Вот хороведение, обычное классическое хороведение, очень хорошо дифференцирует трудности на мелодические, гармонические, фактурные, ну и еще там ряд. И уже есть, когда регент видит, какого плана трудность, он начинает лечить эту трудность теми средствами, теми способами, которые он знает. Ну, которые... И вот, знаете, репетиционная работа, на самом деле, это очень непростой сценарий. Очень непростой. Уже, когда дирижер выходит к своим певчим с каким-то новым произведением, он знает произведение не только с точки зрения его эстетики, он знает его с точки зрения карты трудностей. То есть он знает, в каком месте чаще всего происходит обвал произведения. Он готовит это место. Он знает, и он не только знает, что это трудно, потому что он уже сталкивался с тем, что это вместе все лопухаются. Нет. Он еще знает, чем это лечить, каким способом. И есть способы, которые включают в себя не только правильный, так сказать, прием, но и скорость, очередность этого приема. То, что вот у хормейстеров мы называем поставить на конвейер. Вот надо какой-то голос чему-то научить. Так. Что с гармоническими трудностями происходит? Так можно построить работу, что голос, с которым мы, человек, с которым мы работаем, или партия, они поют все время подряд одно и то же, а мы увеличиваем количество голосов вокруг них. Переходя постепенно из одноголосия к многоголосию. Вот этот навык, конечно, очень такой. Ну вот, я, поскольку меня, так сказать, сегодня озадачили регламентом в 15 минут, поэтому я, с вашего разрешения, перехожу от слов предварительных, от преамбулы к делу и прошу у вас разобрать вот, знаете, тут с одной стороны рукописные ноты, с другой печатные. Это один тот же, одни и те же листки, вот примерно по листочку на двоих. Вот слова его поются каждое воскресенье на литургии перед причастием. Иначе говоря, причастный стих, киноник. Причастный стих «Хвалите Господа с небес». У меня к вам просьба, большая просьба. Давайте попробуем все-таки листочки разобрать, что листочки разберут те люди, у кого действительно так более-менее культура чтения нот, она такая нормальная. Ну, то есть не те, кто сейчас изучает только сольфеджио, начинает изучать сольфеджио, а те, кто, уже по нотам поет. Ноты видны, значит, здесь у нас первые голоса, здесь вторые, да? Третьи голоса, да? И басы. Поехали. Ну, с Богом. Я буду некоторые места своей работы комментировать. И если бы это был обычный репетиционный процесс, я бы не стал этого делать. То есть я в уме составляю сценарий, но для вас я буду тратить некоторое время, может быть, даже несколько секунд, чтобы объяснить, почему я это делаю. Понимаете? Там гляжу, тенора у нас в основном женского пола, так что я даю внизу сразу до. Хвалите, поехали.
для меня, честно говоря, немножечко странно, что вы достаточно спили с листа, который, может, так я думаю, многие из вас видят в первый раз. Правильно? Ну, поднимите руки, кто в первый раз видит это? Вот так. Вот так. То, что я сейчас сделал, является, кстати, вот это мой первый этап. Иногда он разваливается, но с вами, благодаря вашему мастерству, этот этап получился. Охват. Это очень важный этап самого первого прочтения. Здесь регент запрещает себе работать, запрещает останавливать. И все понимают, что как бы ни прозвучало, кто бы ни ошибся, песнопение остановлено не будет. Что это дает? Прежде всего, психологическое комфорт. Человек не боится, что из-за него там это самое становится, и он начинает петь более спокойно, и понимая, что его ошибка, даже если будет кем-то замечено, то во всяком случае не приведет к остановке. И вот этот комфорт, он дает большую уверенность и более точность в пении. А что это дает регенту? Регенту это дает сравнение его собственной заготовки карты трудностей с тем, что звучит реально. Потому что в большинстве случаев при каком-то опыте это совпадает, а в каком-то случае вот место, которое он считает трудным, оно проходит как-то безболезненно. А наоборот, когда что-то вроде кажется не очень трудным, вдруг на этом месте кто-то споткнулся. Что-то пошло не то. И в результате рассыпается не там, где он предполагал. И дальше, кстати, он уже понимает, над чем, он уже находит мысленно те места, с которыми начнется работа. Это еще не работа, это, как бы сказать, разведка боем. А еще это хоррор дает возможность оценить в полноте масштаб произведения, его степень сложности, в принципе, возможность прочтения. Для меня, например, ясно, что вот с вашим хором замечательным, эту вещь делать можно. И, в общем, осталось, так сказать, как бы сказать, в репетиционной работе здесь очень немного. То есть вычистить горячие точки. Я их насчитал три. Три примерно таких места, где были несостыки. Но я их на них не останавливаю. Второй этап. Вот я сейчас начну. Вот здесь начинается черновая работа. Черновая работа. Скажите, кто, многие из вас, я так думаю, имеют регентскую практику, практику управления хором. Можно попросить поднять руки? Есть. Отлично. Отлично. Обращаюсь к вам. Любой репетиционный процесс, я думаю, даже великие регенты со мной согласятся, любой репетиционный процесс, прежде всего, должен начинаться с того, что ошибка певчего, на психологическом уровне, не является его виной. Понимаете? Певчий не виноват в том, что он ошибся. Он же не сделал это специально. Правильно? Значит, обязательно должна существовать психологическая причина, технологическая, точнее, причина ошибки. И вот основная задача регента – найти эту технологическую причину и включить ту технологию, которую эту ошибку устраняет. Понимаете меня? Потому что бывает, что человек ошибается, и регент говорит, ну ты что вообще, не понимаешь? Ты же видишь, что здесь написано? Что ты не то поешь? Все, и уже опустил, можно сказать, ниже вообще всякого плинтуса, размазал, и уже человеку петь как-то даже не очень-то комфортно. Согласитесь? Сначала. Очень высокий полутон.
кончик альты. Полутона – это узкий полутон. Полутоны есть разные. Широкий, узкий. Вот это полутон узкий. А что сделать, чтобы услышали? Басы и альты. О, хвалите. Только две партии. Поехали. Да, это октава. Те. Кто там третий голос еще поет? Кто дует? Два голоса. Еще раз. Да. Вот, вот, вот это звенящая септима. Интонация очень хорошо проверяется на тех сочетаниях, которые дают пустые аккорды. Чуть-чуть малейшее сбив в пустом аккорде, ну, квинта, октава, это уже слышно. И это должно быть слышно на месте. Ну, хвалите. Хвалите. Второй такт, первый слог, соль минорный аккорд. Си, соль, ре, соль. Нашли? Си, соль, ре, вы на него не реагируете. Вы тонем, вязнем. А! Слышите? Я, пожалуйста, я встану на стол с комплексом. Вот так меня видно? Аллилуйя!
си, соль, соль. А. Нашли? Глаза вижу. Вы завернитесь чуть-чуть. Профиль меня не очень. Я не фотогеничный профиль. Поехали. А. Эту септ ему неудобно петь. Можете доли, лу начать с ре верхнего. Ну, то есть здесь просто идет нисходящий ход, который просто переброшен на октаву. Ре, ло, о, аллилуйя. Сейчас. Да. Вторая аллилуйя. О, ре, ло, ре, о, басов, да? Нашли? Второй аллилуйя. И. Один из самых эффектных приемов хормейстерской работы, когда мы на черновом уровне даем возможность нашим хористам услышать, что звучит гармонически в каких-то интересных местах, потому что реальная ткань произведения может эти гармонически интересные места делать быстро медлительностями. И мы не понимаем, как это счет там это. Вот прием, который аккорд может не просто замедлить, а сделать такую волшебную вещь, как превратить в бесконечность. В чем эта бесконечность? В неподвижной руке. Аккорд. Понимаете? И он стоит и звучит до тех пор, пока. Либо я не отремонтирую какой-то звук туда или сюда, понимаете? Вот, и когда это готово, я перейду в липну, вот залипание в аккорде. Выслушали? Все? Поехали на следующий аккорд, понимаете? В этой, может быть, не очень такой ожидаемой модуляции, да? И вот теперь, когда это сделано, уже можно делать это в ритме. Нет, первое аллилуйя. И до конца. Все, и на этом я заканчиваю. Мне сказали, что я уже просрочил свое время на целых 5 минут. Первое аллилуйя, соль мажор. Правильно? Готовы? Аллилуйя.
страстная стихира первого гласа. Это минорные гласы Кастальского, упрощенного варианте, упрощенного архимандритом Матфея. Для меня было большим и серьезным открытием, что они существуют, потому что они дают вообще минорные гласы и дают возможность петь на страстной седмице, которая главное время года, по-другому, распевами более соответствующими эмоционально и духовно совершающимся событиям. Вот как бы один из примеров минорных гласов, в принципе, Кастальский, но я думаю, вам знакомо, да, минорные гласы. Попробовать, что из этого получается. Это упрощено, потому что у нас хор не очень сильный, не очень подготовленный, и поэтому мы вынуждены пользоваться самыми простыми вариантами. Еще он гораздо меньше, поэтому я не знаю, как управлять таким большим количеством людей. Ну, попробуем. Где она стоит? Это для народного состава. А, восьмерка. Да нет, все равно. Он, конечно, для мужского состава, но мы будем петь семиноре все равно. Для смешанного мы будем петь семиноре. Это опробовано. Семиноре хорошо звучит. Любые страстные песнопения хорошо звучат в семиноре. Я не знаю, почему. Создают вот эту атмосферу скорби, помимо самого распева минорного гласа. Так, давайте еще разочек. У меня не получается, простите, что я об этом говорю, у меня не получается сделать читок в том темпе, в котором я хочу. Наверное, потому что вас много. Обычно, простите, у меня это получается, я не знаю почему. Не справляюсь с количеством. Еще разочек. Такой читок, не, может быть и акустик, но мне кажется, в данном случае я не справляюсь с количеством. Я просто прошу чуть-чуть более чутко реагировать на каждое движение. Оно задаст темп четко. Еще раз. Oh.
звук не должен быть всегда в одном темпе. Если он будет в одном темпе, он станет скучным, и в конце концов все заснут. Он должен реагировать, скорость и активность произнесения читка должна реагировать на содержание слов. Можно еще разочек. Вот это солнце омрачашись будет побыстрее, и этого не стоит бояться. Еще раз. Да, сначала, если можно. Не то, что 50 человек делает это по очереди, а одновременно. Теперь кто-то поторопился. Раньше руки это все-таки делать не нужно. Последний раз солнце омрачается до конца. Всем очень хорошо.
большое. Ну, вот если кто-то познакомился с песнопением, мне кажется, оно достойно внимания. И другие глаза тоже. Спасибо. Следующий наш дирижер, это дирижер Синодального хора Алексей Кузаков. Приветствуйте. Добрый вечер. Здесь четыре голоса, но в конце, да, спасибо, в конце там появляется второй сопрано. Сможете, да, разделить? Ну, каждый из вас знает, кто первый сопрано, кто второй сопрано. То есть проблем у нас не будет. Что ж, сначала споем «В свете техи» Кастальского. На мой взгляд, это одно из шедевральных произведений русской духовной музыки, наследия нашего. В основе, по-моему, это киевский распев. «В свете техи святые», вот, который проходит у теноров и басов. Нюанс пиано. Мы сейчас возьмем нотку си, сопрано, альты в октаву и чуть-чуть подержим. Чуть-чуть. Знаете, что такое филировка? Тяните, тяните. Все выравнивается. Октава, октаву ниже. Вторые сопрано. Только у нас альты должны вот си поют, да, а потом попасть на ре, да, не так сложно. Пожалуйста, немножко тише все, ладно, просто лишние звуки отставьте. И они самый первый сопрано. Спасибо. Одни басы и тенора. Светите. Одни басы и тенора. С вашего вступления. Раз и... Тяните. Иису. А, извините, это я чуть. Иису. Всех Христа. Да, простите, я здесь чуть привык перетягивать. Хорошо, все вместе сначала. Будьте добры. Сопрано вступает тихо-тихо с самого начала. На запад солнца, и дальше вам хочется сделать какое-то динамическое развитие, да? Спеть громче, а не нужно. Не нужно, все так же тихо, хоть там было пиано, появляется меццо-пиано, но, на мой взгляд, здесь лучше продолжать петь все пиано, и видишь свет вечерний, слово вечерний, еще раз снова звук собрать и сфилировать, потому что тогда будет образ вот этого
вечера и тихого света, без всякой суеты. Будьте добры, от пришедшего на запад солнца, да? Это у нас получается третья строчка. Третья строчка. Раз, два, три. Ну, как бы пятый изотаж пришедший. Нюанс пиано продолжает. И все спокойно, плавно. Спокойно, спокойно, не прибавляйте звук. Тише, тише, тише. На кульминации, где форте, там делаем фермату, шире все, да? Делаем крещендо, по руке диминуэндо, потом вид уже тише, и потом я сопрано альтам показал вид мир, и после этого мягко тенора басы снимают. У меня просьба к тенорам, если это возможно, вот сам распев, в словах «Свете тихие, святые славы» поярче петь. И, соответственно, «Сыне Божий, живот даяй», да? Вот, сначала, будьте добры. Помните, тихо-тихо, ровный-ровный звук. Конечно, могу ярче, вот пока здесь движение, но Иисусе Христе пришедший, и продолжается движение, да? Вот. Вы знаете, ничего страшного, если мы начнем еще раз сначала. Тенорам большое спасибо, и просьба к басам тоже, вот это проведение темы киевского распева, чуть-чуть поярче, и прибавьте текст «Свете тихий, святые славы». Начало очень хорошо. И тихий сразу тише.
вечно. Славит, можно делать ярче, и вот на этом аккорде, да, где написано форте, да, фа, ля, фа, и там ре, ля, там, тенора, басы, мы сначала делаем хороший крещендо, и потом на этом же аккорде диминуэндо, и вид уже идем на пиано, и потом сразу связываем мир, и тенора, басы мягко снимают без слога «ты», ладно? Потому что иначе здесь не сойдется. Здесь просто все должно вот перетекать одно в другое, вот эти картины. Такие. Сначала до конца споем еще раз. Хорошо. Альты текст. Сопрано легко.
текст. Отлично. Крещендо общее. На самом деле, вот сегодняшний мастер-класс, он так неожиданно, спонтанно возник. И я предложила, почему кого-то приглашать? В этой книжке есть герои. Конечно, мы не можем пригласить сюда Костальского, Орлова, Матвеева, Комарова. Но среди нас живут регенты, которые удивляют, которые продолжают традицию разную. И поэтому... Перед вами сегодня выступали герои книг. Как бы я тут не очень при чем. Потому что в этой книге есть очерк, посвященный Евгению Сергеевичу, есть интервью с Алексеем Александровичем, есть очерк, посвященный Илье Александровичу. Ну и как бы вот на закуску вот вам предлагают меня. На самом деле вот так сложилась жизнь моя лично, что мне пришлось 13 лет побыть рядом с эмигрантами. И для себя я понял почти с самого начала, что русская церковь, которая шла и шла и шла, вот она в 17 году стала разделяться из-за революции, из-за гражданской войны. И огромная часть русских людей, церковных людей, уехала на Запад. И они не просто уехали и стали там как-то жить. Первым делом они стали строить храмы и заботиться об обучении своих детей. И русская церковь в чем-то, несмотря на то, что она оказалась в изгнании, она оказалась настолько плодотворной в смысле церковного пения, в смысле сохранения традиции. Я к чему это все говорю? Что вам сейчас будет предложено вот «Чертог твой» в обработке протоиерея Михаила Фортуната. Человека, который родился в Париже в 1931 году, который, слава Богу, жив, и который был моим предшественником в Лондоне, в Успенском соборе, регентом при митрополите Антонии. Собственно, отец Михаил передавал дело регентское мне. И именно передавал. Не то, что я приехал, а он уехал. А в течение почти года я находился рядом с ним, был на спевках, был на службах, потом постепенно начал сам проводить службы, хотя умел проводить службы, и тем не менее никто не торопился. И вот, когда я приехал сюда, у меня одно из первых желаний было, чтобы возник регентский клуб. И я об этом сказал и отцу Александру. Я говорю: батюшка, давайте что-нибудь придумаем.
Но мы начали думать, но ведь нельзя придумать то, что Богу угодно сделать самому. И вот это вот, ваше собрание, это то, что Богу угодно сделать самому. Я в этом уверен. И все-таки, возвращаясь к чертогу, вот мы с вами живем, и сейчас поют везде, и Костальского, и Чеснокова, и кого только не поют. Но вот русская церковь, которая уехала, покинула Россию, те люди, которые покинули Россию, они молились о России, они не зачеркнули Россию. И поэтому сейчас, например, какие-то произведения, песнопения, гармонизации, переложения, которым приложили руки эмигранты русские и продолжают прикладывать руку, это как бы возвращение назад, обогащение нас с вами. Не через меня, а через те звуки, которые вот они записали. И хочется быть полезным. Вот Евгений Сергеевич показал вам пример, как можно разучивать. Но мы же все из разных храмов. Алексей Александрович, он, видите, не разучивал с вами, он уже пошел к каким-то достаточно, ну, таким серьезным, высоким моментом. Вот, ну так волею судьбы я оказался в Богоявленском соборе. Мы тоже там стараемся не разучивать. И тоже там как-то сердимся, если что-то, останавливаемся на этапе разучивания. Поэтому я тоже не хотел бы с вами разучивать, хотя я уже использовал большую половину своего времени. И тем не менее, чертог твой, мы знаем, что это поется в Великий понедельник, вторник, среду, четверг, на утренний, как эксопостиларий. И вот мне приходилось, видя, как это делает отец Михаил, видя, как это делают в Париже, в Америке, мне приходилось самому петь мелодию, вот эту мелодию киевского распева «Чертог твой», которая помещена отцом Михаилом в средний голос. Вы видите, там написано «CF», это «Cantus firmus». Ну, такое, знаете, чтобы иностранцам было понятно. «Cantus firmus» – неизменный напев. Вот основной напев здесь в середине. Вдруг у вас ляжет сердце к этому. И вы в ближайший пост, который начнется в понедельник, уже захотите спеть это на своем месте. Давайте сейчас все вместе, в унисон, споем эту мелодию. Чертог твой. Сегодня почему-то большинство песнопений в си миноре. Но, вероятно, Великий пост, он как-то действует. И я сказал, и си была октава у Алексея. Та-та-та, чертог твой. Раз. Счет половинками. Раз, два, три. Yeah.
здесь людей. Здесь сидят вообще дети мои. И мне очень волнительно. И вообще мне хуже всех. Костовский задал, понимаете, такую высокую планку, которая потом продолжилась через Илью. И как быть, можно быть выше дирижера синодального? Ну невозможно. Правда? Невозможно. А приходится что-то такое делать. А теперь, вот эта мелодия. И посмотрите, она помещена в середину партитуры. В середину. Это значит, ей будет трудно звучать, потому что наверху будет сопрано. И посмотрите, как отец Михаил, он не написал, что это поет какой-то специальный голос. Все ориентировано на то, кто придет. Вот он говорил, я никогда не знаю, какую херувимскую выбрать. Потому что я не знаю, сколько придет теноров. Вообще, придут ли они? Если они не придут, значит, мне надо сразу кого-то из альтов туда, а этих сюда и так далее. И все так вот крутит. Я думаю, что это практически везде на ваших клиросах происходит. Это даже в Богоявленском соборе иногда происходит. Вот настоятель, отец Александр здесь присутствует. Но это не секрет, батюшка. А вот он иногда говорит, почему вы так неудачно сегодня пели. Я не оправдываюсь, но я вот сейчас при вас говорю, почему иногда бывает что-то неудачно. Итак, давайте сейчас споем со всеми голосами, как написано. Но нам нужны тенора. И вот если у нас будут петь не альты низкие, а тенора высокие, тогда эта мелодия прозвучит. Правда? Давайте проверим. Значит, у вас будет вот этот звук. Та, только на октаву вверх, да? Значит, сопрано будут петь все, что штилями вверх. Альты будут петь верхнюю строчку, все, что штилями вниз. Ну, а басы свой путь знают. И давайте сейчас. Времени у меня нету. Считайте, что это последнее пропевание. Все начисто. Все начисто. Значит, нам нужно, чтобы тенора нас повели вот этот, эту мелодию киевскую. Мы все ее слышали и дали этим, этой мелодии самую прекрасную самое прекрасное обрамление, самую такую дорогую рамку. И только еще один момент. Мы все с вами читаем ноты. Вы доказали, вы читаете ноту. А как вы можете не читать? Вы все с высшим образованием здесь сидите. Ну, так кажется. Но ведь особенно в Великий пост, особенно в Страстную неделю. Но разве наши ноты нужны Богу? Нужно наше сердце, которое будет настроено на определенный тон. А какой тон? Значит, цель всего поста – это наше покаяние, наше исправление, наше… Ведь можно, знаете, на Пасху умереть – это, наверное, счастье большое. Но вот как рассчитать, что умрешь на Пасху? Как рассчитать? Вот. Итак, давайте споем так, чтобы настроение Страстной недели, вот этих первых вечеров, воскресенье на понедельник, понедельник на вторник, среда на четверг и четверг, чтобы это сохранилось. Вот попытаемся вот именно это сейчас достичь. Это руками не делается, это делается нашим сердцем. Согласны? Ура! Полный консенсус. Посыть народа свою сопрану и альты. Раз, два, три. Дело ведь не в том, что мы сейчас исполним или не исполним. Дело в том, чтобы уйти отсюда, что-то унести. Ну, понятно, что вы унесете ноты, я не сомневаюсь в этом. Но, вот смотрите, я просто с этим сталкиваюсь на своем клиросе в Богоявленском соборе. С тем, что когда мы видим большой такт, который равен строке текста, мы все равно поем такты на три четверти, такты на четыре четверти, такты. Неважно, мы поем маленькие такты, хотя видим большой. Вот сейчас давайте еще раз петь и увидим, что у нас большие такты. Русская музыка большие такты имеет. Такая, какая вот наша страна, такая, такие такты. Еще раз. И, пожалуйста, я не могу сейчас говорить, вы потише, вы погромче. У нас есть напев киевский. И он должен главенствовать. И все должны сразу услышать этот напев и так его вести, как няня вот гуляет в летнем саду, ну или гуляла,
со своим вот этим отпрыском. Да? Раз, два, три. Большой такт. И слушаем напев. Все четверти, пожалуйста, проводите. Над чем угодно, над строем, над дикцией, над настроением, над текстом, над всем нужно работать. Но мы сегодня собрались, собственно, наверное, не совсем для этого. Конечно, посмотреть мастеров, посмотреть то, что происходит наверху как бы нашего певческой жизни, правда? Потому что это наши лидеры, на которых мы равняемся. И знаем, что мы не можем достичь, но стремимся. И я думаю, и очень мне бы хотелось, вот судя по тому, сколько вас пришло сегодня, что такие встречи нам нужны. И такие встречи могут быть не мимолетные, когда каждому дается 15 минут или там 20 минут, и обязательно скажут, вот осталось столько. Потому что у нас есть возможность, наша страна настолько богата. Я неделю назад, мы вот ездили с Христией Владимировной, мы ездили в Петербург специально поговорить с Владиславом Александровичем Чернышенко. И я знаю, что он никогда не откажет. Он скажет, да, я приеду. Скажите, мы хотим, чтобы приехал Чернышенко и поработал с нами? Громче! Да! Значит, мы всех можем позвать. Мы можем позвать откуда угодно. Слушай, я закончил. Я не знаю.